А чё ты про экзот охотников первым рассказал, а? А где титаны? Где варлоки? Действительно, как это я так? На самом деле экзот штаны в этом сезоне крутые для любого класса. Так что я расскажу про все. Даже почти вовремя постараюсь это сделать. Итак, титаны. Путь пылающих шагов в ваш новый экзот. Он особенно пригодится тем, кто из вас играет в PvP, которая сейчас все завалена стазисом, и хоть банжи уже признали, что стазис вышел из-под контроля, ясное дело, что он никуда из арен горнила не исчезнет, и даже самым ярым его противникам придется как-то с этим мириться или приспосабливаться. Вот тут вот титанам и придет на помощь этот экзот. Получить его можно ровно так же, как и ноги на варлока и на охотника, пройдя в соло режиме легендарный или мастер затерянные сектора. Подробнее об этом режиме я рассказывал аж в отдельном видео, так что посмотрите его на канале, чтобы сейчас не задерживаться. Добивающие попадания при помощи солнечной энергии дают накапливаемый бонус к урону от оружия. Также вас становится труднее замедлить или заморозить с помощью стазиса, а освобождаясь, вы не получаете урона и создаете вокруг себя импульс солнечной энергии. Такс, в PvP это должно помочь вам проще вырываться из стазисных атак, гранат и всего такого. Насколько это эффективно на самом деле? Ну, в плане того, как вы выходите из-под заморозки, эффект не особо заметен, я бы так сказал. Ну, вот на примере гранаты теневого поля. Стаки, замораживающие вас после накопления множителя в 100 единиц, копятся в 2 раза медленнее, что дает вам шанс выбраться из гранаты практически невредимым и вовремя. Главным же бонусом, который и привлек общее внимание, стало то, что при любом получении урона или замедлении, при любом соприкосновении со стазисом, так скажем, вы будете получать один стак бафа, идущий по углям, который увеличит урон от солнечного оружия. Максимально этот баф можно накопить до 4 раз, а держится он довольно долго, до 10 секунд на каждый стак. То есть получили один стак, таймер бафа к урону на 10 секунд. Получили еще стак, таймер обновился и эффект длится еще 10 секунд и так далее. Это очень долго в сравнении с перками на урон вроде полосы удач или киллерского магазина. Вы даже можете использовать механику накопления стаков и продления таймера с помощью стазисной гранаты поля, заходя и выходя из нее. Накапливаете стаки и таким образом держите баф к урону, который сопоставим по эффективности с полосой удач, на протяжении 40 секунд. И достаточно даже одного стака для того, чтобы убить за 2 выстрела стража с револьвера магматический молот, с которым как раз и будут чаще всего PvP-воины использовать эти ноги в связке. Баф к урону распределяется странным образом, и тут я логики не смог понять. На одном стаке я наношу 108 единиц урона, на 2 стаках 113, на 3 стаках снова 108 урона, а потом на 4 122, так что непонятно. Но надо заметить, что это не тот случай, когда что-то теоретически работает в PvP. Сначала надо набить кучу стаков и потом заработает. Нет, тут просто сразу работает. Так что если вы не выбили до сих пор револьвер из испытания Сириса с перком полоса удач и очень переживаете, что не можете, как все бравые гардены, даблтапать противников в PvP, то ноги прикрутят вашему револьверу недостающий баф к урону, который по механике даже превосходит полосу удач. Да, это касается любого солнечного оружия. Например, скоро у нас в игре появится хрустальный чертог, рейд. А там будет падать новый экзот, Векс, плазменная винтовка с солнечным уроном, между прочим. И вот когда, если я его получу и буду делать обзор, тогда я точно еще вернусь к тому, чтобы использовать комбинацию Векс плюс сапоги на титана. Что-то мне подсказывает, что это будет insane build for нагиб. Учитывая то, насколько много стазиса и в казуальном, и в состязательном PvP, думаю, мы должны быть готовы, что эти ноги
и правда плотно так займут свою нишу и станут частой головной болью для других классов. Так что да, тем титанам, которые с обидкой писали мне комменты о том, что «Как это так? У хантов опять крутой экзот?» Опять. У вас, ребята, тоже все очень даже хорошо. На этом пока все. Такой короткий экспресс-обзор получился. Спасибо за просмотр, за подписку. До связи.